Анонс и точка выхода 312 серии турецкого сериала «Плен». 312 серия сериала выйдет в эфир 9 апреля. Ранее в сериале мы увидели Тарыка, который хочет встретиться с сыном. Однако Орхун отказывает мужчине, так как он до сих пор не может простить его за то, что через него прошла Нихан. Хира говорит, что стоит дать мужчине шанс. И на слова Орхуна о том, что люди не меняются, она говорит Орхуну, что им удалось измениться. Значит, и другие люди тоже могут это сделать. Афифа прогоняет Тарыка из больницы, говоря мужчине, что у него никогда не будет встреч с сыном после того, через что он заставил пройти ее дочь. Хира говорит Тарыку, что Али скоро выпишут. Но Орхун просит его как можно скорее покинуть больницу. Между Хирой и Орхуном случается неприятный разговор. Тарык просит Хиру помочь ему встретиться с сыном. 312 серия сериала выйдет в эфир 9 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.